До нашої студії завітали Максим Мусієнко, декан факультету комп'ютерних наук Чорноморського національного університету імені Петра Могили, та Борис Салтовський, старший викладач кафедри комп'ютерної інженерії Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Вітаємо вас в нашій студії. Зовсім нещодавно ви були у нас, презентували свій проект кубики, які дійсно зайняли перше місце. А ось нещодавно дивимось у ваших спільнотах соцмережі і бачимо такий коментар. Їхали до Києва і отримали ще одне перше місце у Дніпрі. Розповідайте, що ж це таке було? Да, тогда в прошлый раз со мной была декан экономического факультета, и вот она как раз поехала в Киев. Ну, до этого мы заехали вместе позавчера, это был конкурс в Днепре, конкурс, который проводила та же самая организация «Ноосфера», инжиниринговая школа, и этот конкурс проходил по заказу Международной авиационной федерации. Суть ее была в том, что федерация захотела, чтобы была разработана система для проведения соревнований по воздухоплаванию. Когда пролетают воздушные шары, на земле есть метка. И они должны скидывать с воздушных шаров определенную метку, которая попасть должна в центр. И вот где-то летит 120-150 шаров, и кто из них ближе попадет, тот победил. Но цель конкурса была разработать наилучшее инжиниринговое решение, чтобы можно было автоматически в режиме онлайн определять жюри, чтобы судьи видели бы на своих гаджетах, кто кинул, кто на каком расстоянии, где у кого лежит метка. И задание было, что самое сложное, это точность должна быть до 1 сантиметра. І от був об'явлений конкурс, де ми оказались побідителями. Хотілося б детальніше дізнатися про ваш проект, тому що бачимо дійсно такі несподівані знаряддя. По-перше, це звичайна виделка. Да, на самом деле мы отрабатывали несколько технологий. Одна из них – это оптический метод. Вот я говорил, что один сантиметр должен был между метками, которые надо определить. И между соседними зубцами через один как раз один сантиметр. Поэтому как работает технология? Стоят по бокам камеры очень точные, они фотографируют, и затем просто идет обработка изображения. Поэтому мы бегали по университету, по двору университету, на удочке была привязана вилка, фотографировали. Все в недоумении, спрашивали, что же это вообще такое, что происходит. Ну, было очень весело, и продолжение расскажет тоже Борис Григорьевич, когда мы бегали с лентой на удочке, спускали с фасада университета, тоже спрашивали все вообще, что это такое. На ленточке 2 метра коробочка. Мы говорим, это мы отрабатываем конкурс авиационных технологий. Они говорят, а что, за коробочку на ленточке уже деньги платят? Ну, оказывается, платят. Еще на конкурсе авиационных технологий. Да. Ну, а Борис Григорьевич расскажет ту технологию, с которой мы победили. Очень вкратце. Ну, мы выбрали технологию высокоточного GPS. Вот это такие у нас модули. Вот. Скажем так, субсантиметрова точность і раніше можна було забезпечити, але це коштувало дуже дорого. Тобто це декілька тисяч доларів виходило. Але років 5 тому з'явилися технології, які дозволяють це відносно дешево робити. Визначати з такою точністю. Просто, що це не можна сертифікувати, тобто ці технології не можна, наприклад, в кадастрі використовувати, не можна в геодезії використовувати. Але, наприклад, для високоточного землекористування, для от таких от речей це можна застосовувати. Ну, плюс у нас є тут своє ноу-хау, яке ми, в принципі, і продемонстрували. Тобто там передача, я не буду там дуже сильно технічно, на що сирі дані обробляються не на місці, а передаються віддалено. От. Взагалі це буде, тобто, оце перший прототип, тобто він такий трішечки корявенький, да? Виглядає не дуже презентаційно, але ми показали, що це буде остаточно. Тобто це от така от стрічка, на якій буде крепитися от такий от корпус. Угу. Коли ми збрасуємо з повітряної кулі, оце чекало виривається, бросається вниз, угу. Падає і передаються дані. От. Що хочу сказати, що на конкурсі було багато різних технологій, не тільки GPS і так далі, але у нас був, тобто якщо всі просто так на словах все це розповідали, у нас був свій стенд, у нас була своя апаратура, ми все це продемонстрували. Я вважаю, що в технічному плані ми просунулись далі, ніж інші. І це, в принципі, відзначили журі.
Зараз маємо також ваші нагороди, сертифікати і сертифікат на отримання коштів для реалізації проекту. Ну, совершенно верно. На самом деле, это премия, которую мы тратим, как мы хотим. Ну, да, мы будем, опять же, это покрывается те затраты, которые мы уже сделали на покупку оборудования. Но далее, в течение 3 месяцев, мы и другие 2 команды, которые были отобраны победителями, а это команды из Днепропетровска и Черкас. Там, как я говорил, было множество команд. И Запорожье, Ровно, и Хмельницкий, и другие города. Вот. В течение 3 месяцев федерация, она выделит деньги, мы разработаем уже серьезный прототип, и где-то в сентябре будет проводиться конкурс уже прототипов, и победитель будет отобран для того, чтобы изготавливать серийно, и будем потом опять же ездить тогда по различным соревнованиям, по всему миру победитель будет ездить, и уже свои эти девайсы предоставлять для проведения конкурса. Друзья, уже вдруге ваш университет, ваш факультет презентує ось такі дивовижні проекти, і щораз ви нас дивуєте. Вперше це були кубики, тепер це виделка і, як ви вже самі сказали, корпус на стрічці. Взагалі, звідки ви берете такі ідеї, щоб не просто зробити якийсь проєкт, а так його цікаво і навіть, можливо, екстравагантно презентувати? У нас сейчас так и шутят, что мы можем все, от детских игрушек до аэрокосмических технологий, но я и в прошлый раз говорил, что несмотря на то, что кубик детский, там очень серьезные технологии используются, и мир нас окружает технологии, а именно их мы преподаем в университете, и как и в том конкурсе, так и в этом конкурсе принимали также студенты, просто поехали уже преподаватели, мы выступали, но вот помогали и эксперименты проводить, и мы на квадрокоптере это все поднимали, ну, чтобы увидеть, как все это работает. По высоте. Это помогали студенты, потому как то, что мы даем в нашем университете, это как раз те технологии, которые могут и в одной области, и в другой, и, казалось бы, такие противоречивые области. А ось який час зайняла підготовка цього проекту до конкурсу? На самом деле это была удивительная история. За 2 недели объявили этот конкурс, но так как мы с проектом Кубомания, мы ездили и на Make Fair в Киев на выставку, на iForum на выставку, и у нас буквально было после предпоследней выставки Борис Григорьевич за неделю взялся за эту идею. Меньше, то есть это была неделя. Вот, коли мені це сказали, це була неділя. В понеділок, коли ми приїхали до Миколаєва, вже це друкувалося на 3D-принтері, вже загашника досталися всі ці запчастини і все це. Тобто, і далі все це програмне відлагоджувалося. А остальная команда, ми були в Києві на iForum, і коли ми приїхали в п'ятницю, ми провели всі ці експерименти, і вже всю презентацію, всі розчети економісти на самом деле делали, от як нерадиві студенти, в дорогі ми на Київ, ми їхали через Одесу, на Одесском вокзале сели, на ноутбуках все это делали, в поезде. То есть, ну, у нас просто не было времени. Можно сказать, что Борис Григорьевич 5 дней это разрабатывал, мы за полдня все это готовили в презентации. И при этом выиграть у команды из инжиниринговой школы родной, которая, извините меня, готовилась несколько месяцев. Вот. Ну, это опять же говорит об уровне подготовки. І як студенти наші роблять в останній момент, так і ми вміємо це робити. Дійсно, радіємо за те, що з вашою допомогою представляється наше місто, набуває дійсно, можна сказати, навіть статусу справжнього столиці інженерії, тому що ви привозите щоразу нам нові перемоги. Але ось в мене є цікаве таке питання. Чи не думаєте ви створити якийсь фестиваль у нас в місті, для того, щоб вже до вас приїжджали з якимись думками і проектами? Вот как раз результатом вот этих взаимодействий с инжиниринговой школой «Ноосфера» мы уже договорились, что точно такая же школа будет создана и у нас, ну, на базе нашего университета. И тогда и наши студенты, они тогда смогут использовать все вот эти технологии, фрезерные станки, 3D-принтеры, то есть все, что можно было от идеи уже создавать этого робота. То есть благодаря тому, что мы тогда выиграли, сейчас выиграли, уже ведутся переговоры, и может быть, или вот даже до лета, или, скорее всего, может быть, с сентября, уже вот такая инжиниринговая школа будет в нашем университете. А какие, возможно, еще проекты есть в ваших планах? Потому что, я понимаю, пройдет совсем небагато часу, и снова будем встречать вас в нашей студии, снова же таки вітати с перемогами. Ну, дело в том, что организация, это «Ноосфера», они прямо там говорили, что сейчас будет очень много объявляться конкурсов. И вот когда мы выступали, они так прямо и говорят, вот наши друзья из Николаева, то есть на самом деле мы, думаю, сможем участвовать во всех конкурсах, потому что база подготовки, которая есть у нас, это и программа,
программная часть, программисты и инженера, она позволяет участвовать во всех конкурсах. Не забывайте про економістів, бо за, так скажімо, декілька годин розрахувати всю економічну частину цього проєкту, це теж треба віддати належне нашим фахівцям з економічного факультету. Знову ж таки, це командна робота різних факультетів, взаємодія зв'язків. Хотілося б також дізнатися, ви сказали, що студенти вам допомагають в створенні цих проєктів. Студенти з якого курсу вже можуть долучатися до вашої роботи? Ну, скажімо так, от зараз у нас всі дипломні робочі, на нашій кафедрі дипломні роботи, всі вони творчі. Тобто у нас такий піднятий високий стандарт, що не просто на папірці це повинна бути, не просто презентація на екрані. Обов'язково яка річ, яка щось там лампочки неблима, щось рухається, щось шевелиться. Тобто, скажімо так, зроблена у залізі. І це дозволяє нам, в принципі, казати, що вже випускники, вони мають всі шанси брати участь в таких от заходах. Вже зовсім скоро буде стартувати вступна кампанія до вузів. Хотілося б дізнатися, кого ви запрошуєте до свого факультету, до ваших кафедр, для того, щоб виховувати справжніх професіоналів своєї справи і створювати ось такі нанопроекти? Ну, достатньо зайти на сайт університету, там є вся інформація в прийомних комісії. У нас, як я і говорив, є всі основні направлення. Це і програмісти ми відкрили, инженерию программного обеспечения, это и инженера, это компьютерная инженерия, это также и компьютерные науки, то есть это более фундаментальные исследования, это и автоматизация компьютерно-интегрированной технологии, это что касается компьютерного факультета, то есть от софта до харда. Ну и есть много других, у нас же и медицина открыта, у нас и экономисты, вот мы показываем, как быстро мы можем все это считать, экономический факультет, и филологи, ну то есть университет по всем рейтингам у нас в регионе первый, и мы это подтверждаем нашими результатами. Дякуємо вам за те, що завітали до нашої студії. Спасибо. Знову ж таки, вітаємо з перемогою, бажаємо і подальших перемог, наснаги, творчого натхнення. Нашим телеглядачам нагадую, що до нас завітали Максим Усієнко, декан факультету комп'ютерних наук Чорноморського національного університету імені Петра Могили та Борис Салтовський, старший викладач кафедри комп'ютерної інженерії Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Знову ж таки, дякую вам.